Сейчас как я ему огрею. Разочек. Тихо. На нахуй, блядь. По жопе. Аж отключил его. Здравствуйте, дорогие здорово. Подписчики. Да, здравствуйте, это вас тоже приветствую. Дорогие мои подписчики зрительного канала, с вами снова Кромул. И сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Far Cry. Новый рассвет. Вот, да. Здравствуйте. Тут кулаками, кстати, нельзя махать. Я думал, что Кармина вернется. Да еще и с подмогой. Да. Должен быть способ как-то помочь. Так, это основной квест, я так понимаю. Не, погоди. Я бы хотел поговорить сначала и почитать. Рейтера, мародеры, чьи банды наводили страну. Наводнили. Они вооружены до зубов и очень опасны. Об их отсутствии можно узнать по музыке, которую слышно за многие километры. Банду, терроризирующая круг Хоупа, заглавили близнецы Микки и Лу. Хитрость Микки и жестокость Лу быстро помогли рейдерам быстро поставить местных на колени. Бандиты вынудили жителей нового Эдема накопаться в своем городе. Если что-нибудь не придумаем, скоро нас всех перебьют. Ясно. А это что такое? Обыскать. 1000 дополнительное задание нашел. Отлично. Еще какой-то предмет интересный нашел. Доп-квест. Доп-квест мы будем некоторые, наверное, выполнять, походу. Так, ну все, больше кустов нет. Здорово. Мы на месте. Дома. Мама права. Мы с тобой сможем привести это место в порядок. Угу. Если понадобится помощь... Тут, кстати, красиво. Тут нечего наводить. Буду сражаться вместе с тобой, Кэп. Ты ведь не против, что я зову тебя Кэп? Пожалуйста. Капитан безопасности звучит слишком официально. Мне так больше нравится, кстати. Видок у тебя, прямо скажем, не очень. Добудь в смысле? Новую одежду, прежде чем мы примемся ты чё? За дело. Ты кого? Нормально знаешь, я выгляжу? Поговори с моей мамой. Она расскажет тебе, что можно сделать для процветания. Где твоя мама? Нужно серьезно подойти к отстройке процветания. Так, это процветание, тут какой-то... Это что, мама? Я не видел, чтобы просто мама... Так, переоденьтесь. А так, подожди. В последний момент. Что? Ладно. Не, мы не будем это обсуждать, что сейчас было. Сделайте выбор, прежде чем перейти на настройки персонажа. Я сначала должен выбрать внешность? Да зачем? Я же на самого себя смотреть-то не буду никогда. Ну, предположим, я... Нигер. Очень черный. Меня бы за эти шутки на Твиче уже давно бы забанили. Так, опа. Ну вот это, вот, ну ладно, не буду я шутить, ладно. Я уже и так пошутил про афроамериканцев, как бы. Мы не будем дальше заводить эту тему. Ну вот такой, чисто, так сказать, дровосек, да. Прическу можно сменить. О, прикольно. Слушай, какая кастомизация. Такой кастомизации не было детальной. Ее немножечко улучшили, скажем так. Но я думаю, лысым самое то быть в нашем положении, скажем так. Нашем афроамериканском положении. О, слушай, вот эти усы, конечно. Да. Борода ему, кстати, идет. Если ему какую-то подобрать интересную такую. Но обычно такие, типа, люди носят бороду где-то вот такую, да? Что-то такое. Она должна быть обязательно темная, потому что если она будет рыжая, это будет очень странно. Такого человека не может быть рыжие бороды. Обычно у афроамериканцев все черное должно быть. Ну, за редким исключением, наверное, не то чтобы я разбирался. Ну, короче... Вот такая, я думаю, нормально. Довольно брутально получается. Кепочку можно еще. Шляпа, кепка. Не, ну это бред все. Так, а что это такое? Это повязки? А, это перчатки. Прикольно, слушай. А я этими перчатками-то буду перезаряжать пистолеты, как бы. Ладно, я думаю, повязки оставлю, они как-то классно выглядят, в принципе. Так, штанцы. Должны быть практичные, я считаю. О, нихрена себе. Это тупо борцуха какой-то. Ну-ка, как это выглядит? Странно выглядит, на самом деле. Давай что-нибудь другое. Вот обычные штаны есть. Вот по говну ходить, типа, нормально. Ну, даже не знаю. Ну-ка, есть такие. Фу, какая гадость. Ну, давай тогда вот такие. Да, вот это пойдет. Чисто наш парень. Все, принять. Назад. Как подтвердить? А то. Теперь я красивый парень. Нужно действовать. Процветание. Что я могу здесь сделать? Обнаружен новый персонаж. Вы нужны этанол. Этанол. Люди и материалы. Опять, мне нужно забавно. Понять, что делать. Многие из нас в прошлом году выживальщиками
были выживальщиками, так что нам удалось пережить ядерную зиму, несмотря на то, что на ту жопу, которую устроили сектанты Врата Эдема. Но это до того, получается, происходило. В последние годы вокруг Хоуп стали стекаться люди из разных мест, кому-то пришлось уходить с холодного севера, кто-то бежал от голода, болезней на востоке. Сперва мы держались особняком, но постепенно число общности стало возвращаться. С ростом взаимного доверия мы смогли добиться большего. До появления рейдеров самое страшное, с чем нам приходилось бороться, это дикие звери. Но теперь мы рискуем лишиться всего, нам удалось того, что нам удалось достичь. И в то же время так тесно. Мне надо с тобой поговорить. Давай. Меня зовут Ким. Так получилось, что я здесь за главную. Так. Знаю, тебе и так уже досталось, капитан. Да. Но мы сейчас в очень тяжелом положении. И боюсь, кроме тебя больше некому нам помочь. Рассказывай. Мы были поезда, надеялись, что-то изменится. Думали, что мы будем вместе строить дома и растить урожай. Ну, такое. Что дадим отпор близнецам. Но эти планы рухнули. Да. Значит, дело за нами. И у нас много работы. Понял. Куда у меня зрение переводится постоянно? Так, показывай. Ривер какой-то. Это процветание. Так. Если мы намерены дать рейдерам отпор, первым делом нужно привести тут все в порядок. Так. То есть базы нужно каким-то образом улучшать? Расцвести. Это места, где можно собирать оружие и транспорт, выращивать целебные растения и многое другое. Угу. Окей. Эскейп. У нас тут все бойцы. Все бойцы. Это округ Хоуп. Ни хрена себе. Чтобы выжить из сооружений максимум, их нужно улучшать с помощью этанола. Улучшать, я так и знал. Ищи на карте аванпосты рейдеров. Там они хранят украденный у нас этанол. Блин. Зачищай их и возвращай наше добро. А, что такое этанол? Я не понял. Вот здесь ты найдешь специалистов, которые стручок, повысят вселенную. Наши шансы, да, на успех стручок, в борьбе против близнецов. Ну и имя у тебя. Приведи их сюда, и процветание станет сильнее. Понял. Троих человек можно Но привести. Но без Томаса Раша у нас ничего не выйдет. А, это самый главный Он тип. Он знает толк в строительстве поселений. И без него мы не сможем вывести процветание на новый уровень. Угу. Близнецы часто отправляют пленников в угольную шахту. Наведайся туда. Понял. Решено. Мы спасем Раша, найдем специалистов для работы на базе и достанем столько этанола, сколько нужно для развития производства. Помоги нам. Вроде все изи. И мы сделаем все, чтобы помочь тебе. Не знаю, каким образом вы мне поможете. Опять что-то подлагивает. Ай, больно. Отлагало. Бывает такое. Ты со мной, да, теперь, Кармина? Рейдеров не беспокоит будущее. Блин, она опять со мной. Они недальновидны. Так, теперь я могу трогать? Так, текущие постройки нужно улучшить. Топос Раш нужен. Нужно два специалиста и осталось улучшение постройки 3. Следующий уровень, да, построить нужно. Короче, я ничего не понимаю пока что абсолютно. То есть как-то рад, вот. Что вы спаслись. Как-то вот так вот оно. Да, спасибо. Поговорим. Слышал о вашей беде. Очень жаль погибших, капитан. Да. Но вам повезло оказаться в лучшей части округа Хоуп. Поверь мне, я бывал в других частях. Ладно. Я тебе верю. Я уже. Я ничего не вижу. Пилот процветания. Короче, когда нужно будет вернуться в процветание, угу. Зови. Буду рад помочь, чем смогу. Как это тебя звать надо? Ну, а если есть другие идеи, я и тут смогу помочь. Раньше мы с Картофелиной грабили крепости рейдеров за пределами округа. Картофелиной? Что? Но с тех пор, как объявились сраные близнецы, прости за выражение, угу. Я не могу набрать достаточно этанола, чтобы вылететь за пределы округа Хоуп. А, это газ, давай типа. Так. Если сможешь найти топливо... Вместе смотаемся к рейдерам за припасами. Ой. Будет непросто, но поверь мне, рискнуть стоит. Понял. Принеси этанол, и все увидишь сам. Как хочешь. О, музычка. Я боюсь, что за нее налетят, поэтому мы не будем здесь долго оставаться. Мастерская, значит, тут нас. Я люблю свою семью. Это все улучшать надо, наверное. Открыть нужно 100 этанола. Это вот и есть улучшение. Тут нужно 100 этанола. Наемники и спутники ранга. Тренировочный лагерь улучшает запас здоровья, наемнику повышает их урон. Так, это тренинг кемп, окей. Это гараж, получается, для машин, наверное, сблокирует сборку транспорта. Плюс еще... Бля, слушай, это дополнение... Это реально полноценно. Как дела? Тетя Ким говорит, за стены выходить нельзя. Так. А если вдруг выйдешь и увидишь рейдера, беги. А Мин. Если рейдер тебя поймает, кричи, отбивайся. А я вот видел рейдеров со стены. Они вроде всегда счастливые такие. Смеются. Ну да, да. Но тебе лучше к ним все равно не попадать. А это дополнительное задание, да? Поговорим? Говорят, Уэйд Фаулер хотел построить новый центр Клык на развалинах старой церкви. Это что такое? Уэйд, кажется, погиб, но в центре должны оставаться припасы. Ничего не понял. Ладно. Мне рассказал какое-то задание дополнительное. А, песик, хочешь со мной? Будешь компаньоном? Приласкаю? Песик.
Куда со мной будешь бегать? Я хочу Кармину. Может, мне песика, пожалуйста? Вообще не хочу. Так, тут есть еще сад, типа. Что-то саду нужно. 75 это, ну. Но это, видимо, чтобы растение увеличивает эффективность аптечки. А это магазин, а магазину нужно 75. Тут ничего нет пока. Это надо все построить для начала. Без... Блять, а как, вот зачем топливо для магазина, мне интересно? Чтобы что? Пушки из топлива делать? Я что-то не понимаю. Ладно, пофиг, задание у нас есть, как бы, давайте немножечко приду. Опа, вертолетная площадка здесь есть. Ладно, давайте начнем с чего-нибудь попроще, вот с этой штуки. Начнем с того, что нам нужны этанолы, нам нужны вот эти... Что? Не понял. Я готова. Да, я понял тебя. Счастливо оставаться. Так, ребята. Что, давайте ставить тогда меточку на первого стручка. Вот на этого парня, типа. Че, эй, отстань от меня. Сама гуляй, как хочешь. Ты мне не нужна. Если что. Блин, реально все такое красивое. Раньше она была такая зеленая, строгая, как бы чисто леса, сейчас как-то больше цветов стало. Это я сейчас сравнил ее с пятой Far Cry, чтобы вы поняли. На пути к точке маршрута. Я залочил ее, что ли? Да, залочил. Кровь. Так, 400 метров, кстати, приличное расстояние. Тут, наверное, еще, кстати, помимо обычного крафта, да, наверняка есть и крафт такой, личностный. То есть там сумки улучшать и так далее, как обычно. Кто там? Не видел никого. О, привет, ребята. Что случилось? Почему мне машина затормозила? Так, это люди? Я хочу проверить. Я хочу посмотреть, что это на знак такой, во-первых. Это типа собаки. Идти, следовать за мной. G. Это кому я могу отдать приказ? А, Кармина, нихера она машину взяла. Жесткая. Дашь машину порулить? Я на машине не катался еще. Блин, давно не играл, кстати, в Far Cry 5. Садись. Так и быть. Раз ты мне привезла машину, садись. Поехали. Едем. Ну, в машине, кстати, приятнее, не так громко. Так, я думаю, здесь можно немножко сократить. 100 метров у нас. Мы уже близко. Так. Блять. По-моему, мы приехали. Так, я понял, немножечко неправильно. Что ей? Блять. Она сама съехала. Так, тут камень. Окей. Блять, она не хочет ехать. А, она застряла. Все, ГГ. Ну, в принципе, приехали, какая разница. Блять, представляете, как все реалистично. Прям как в реальной жизни, наверное. Если бы у меня была машина. Наверное, да. Так, это вот здесь находится стручок. Его кто-то охраняет или что? Или мы его... Как вообще переманивать людей? Стручкопедия. Обнаружено новое место. Тут нужно... Обнаружен новый персонаж стручок. Мать, ну, никнейм у тебя, конечно, вообще никакого доверия мне не внушает. О, я его нашел, кстати. Это, походу, он и есть. Слушай, тут есть три места, где есть три изоленты. Пачек изолент, скажем так. Что-то летит. Так, где это, где это, где это, где это? Я не вижу ни одной. Опа, это первое. Это что-то написано. Стручок, я хочу, чтобы ты знал правду. Я прогнал тебя не потому, что... Вернее, потому что умираю. Ты не должен это увидеть. Ты не готов. Но однажды ты будешь готов. Выбран нет. Найди себе новую семью. Занимайся полезным делом. Люди будут заботиться о тебе, если ты и твоя стручкопедия будете им полезны. А не научил многим тебе вещам, ты справишься и так. Живи, как жил. Только не проси никого стать твоим папой. Понял? Папка у тебя только один. Думаю, это все. Увидимся, сын. Ничего себе. Вот это да. Откуда его изгнали? Из лагеря, типа? Или как это произошло? Ну, он типа там стоит, пускай пока стоит. Я ищу еще, где-то должно быть две пачки изоленты. Мне кажется, вот здесь вот... Рейдеры орудуют по всей стране и время от времени посылают друг другу припасы. Так. Если увидишь самолет, скорее всего, он принадлежит им. Понял. Каждый значит, это припасы из самолета. Начинается драка за то, кому это вот это? Лутецкий, пошлите лутаться. Я не вижу, чтобы... А, вон они бегут. Блять, они уже здесь. Охереть, это же такая хер... Бибасири бежит, блять, с коробкой чего-то. Охренеть, сейчас мы спрячемся. Заглядывай к разведчикам. Они в курсе всего, что происходит в округе Хоуп. Я убил его. Они отметят на твоей карте места, стоящие внимания, будь то аванпост, тайник выживальщиков или... Обыскать, блять, как долго. Давай. Кто-то бежит или нет? Есть. Ингредиенты 100 штук нашел. Чё собака, блядь? Думал, так легко меня поймать?
Ладно, пошли быстрее отсюда. Это чисто как в PUBG. Круто. Тупо как в PUBG. Королевская битва. Но мы-то уже залутали. А, это она дерется. Ну ладно. Пошли, наверное, к нашему стручку, я думаю. Хер с ним. С этими с изолентами странными. Странными. Поговорим. Давай. Слава богу. Очень рад. Я стручок. Я вижу. Стручкопедии. Ну, знаешь, магазин карты, сведений. Стручкопедия — любая мелочь. Так. Вот в чем беда. Стручкопедия в опасности. У меня пропало все. Сведения, карты и, в общем, все. Угу. И даже бизнес-план стащили. Но я знаю, кто это сделал. Мой сотрудник Ричард. Он не может без азартных игр. Так. Вечно режется в карты, пока не проиграет рейдерам последние штаны. Думаю, он спрятал все эти вещи. Иначе сразу остался бы ни с чем. Обходительными этих ребят не назовешь. Обычно Ричард играет недалеко отсюда. Если напугаешь его, он попытается сбежать и приведет тебя к своему убежищу, я уверен. Понял. Сам бы справился. Да колени у меня больные. И легкие, и глаза. Ну, ты понимаешь. Ну да. Ну что, ты вернешь вряд ли мой бизнес-план? Понял. Поможешь мне сейчас, я помогу тебе позже. Отлично. Стручкопедия дает гарантию. Будешь на нас работать. Сюжетное задание. Тут машина. О, можно взять ее. Так. Да. Сражаться с рейдерами ни разу не просто. Если почувствуешь, что не справляешься, всегда можешь сделать себе пушки получше. Мне это нужно. Ресурсами. И не забывай, жители процветания помогут тебе всем, чем смогут. Мы тебя не подведем. Понял. Так, а куда нам идти теперь? Вот вопрос. А, три изоленты, быстрое перемещение. Блин, я не могу. Ну что такое? Где эти изоленты? Я отсюда теперь никуда не уйду. Он теперь меня будет дразнить прямо на карте. Привет, крыса. Где-то есть еще несколько... Опа, еще одна пачка. Еще одна осталась, получается, последняя. Обычно самую последнюю пачку тяжелее всего найти. Так, одну мы нашли на верхнем этажах. Скорее всего, уже здесь уже ничего не будет, да? Я так понимаю, это где-то снаружи надо искать одну пачку. Хотя, подожди, мы снаружи находили пачку хотя бы одну? Здесь мы точно нашли, как бы. Может быть, на самой крыше? Блять, упал. Ладно. Так, здесь где-то лежало. Вот дерьмо, есть какой-то... Вот как в некоторых играх зрение такое. Вулхак, чтобы я включил и видел, где что находится. Я так привык ко всему просто простенькому. Так, ну где, блядь, еще одна пачка? Ладно, все. Стручок это мы уже читали. Мне кажется, вот где-то здесь, в этом домике, но в этом домике ни хера нет. Здесь дверей-то нет даже. Хотя... Где, как взять руки? Нет, это не открывается, ладно. Ложная тревога, поехали, короче, отсюда. Хер с ним, с этими изолентами тупыми. Так, череда поражений, сюжетное задание. А это дополнительное. По ком, ребят, медведь? Посидите, прогуляемся сначала. Я что-то так хочу по всякой фигне гулять, если честно. Прям руки чешутся на всякую хрень подписываться. Так, она там идет, нет? Я поставил квест. Садись давай быстрее. Господи, еще быстрее, пожалуйста. Отлично. Поехали. Сейчас бы только никуда не наехать случайно. О, слева какой-то противник. Похер. Нас заметили. А что там лежит? Еще один дроп, что ли? Неважно. Мы один дроп залутали, типа нам, наверное, хватит. Посмотрим, что здесь за задание такое интересное. Зелененькое. Блин. Сейчас, подожди. Все-таки лучше по дороге ехать, наверное. Так, уходим. Это какой-то могильник. Это... Ой, здесь люди, противник. Ой. Так. А, у меня же нет больше этой пушки, которая убирает их. Ух ты, блядь. Здорово. Так, а у меня остались еще... У меня ножей даже нет теперь. Зато есть палка, кстати. Я могу палку кинуть? Ой, блядь, палку могу кинуть. Жесть. Сейчас как я ему огрею. Разочек. Тихо. На нахуй, блядь. По жопе. Аж отключила его. Так, ну вот эти ребята, они как бы не очень дружественные. Я не знаю, что с ними делать. Типа, раз-два снайпера. Их можно убить, типа, но если я убью... Тихо. Чё за эй? А, они своего заметили. Иди проверь, спустись, пожалуйста. Блять, они теперь, наверное, сидеть там будут. Ну ладно. Типа, как хотите. Какая разница? Так, я нашел задание. Читать. На днях я копал землю у церкви, нашел под ней что-то вроде... Клепа, которым... Чтоб, кто бы мог подумать, я решил, на это место идеально подходит для моих припасов, перетащил все туда и ключ отдал учебному медведю. Обычному, простите. Я тренировал его бегать ко мне, когда я подаю сигнал. Пока зверю ни разу не подводил меня.
Ого, интересно. Можно как-то, интересно, выживаем. Активировать? Все идет в ход. Согласен. Так и надо выживать, в принципе. Логично. У тех снайперов могут быть винтовки. Я хочу проверить очень сильно. Че у них в руках были? Ух ты, какая цаца. Поменяю. Дробовик, это уже не так интересно. Медь, всякая хрень. Что у тебя? Тоже винтовка. О, какая ля, ля какая. Тоже самодельная, конечно, но ты посмотри, какая. Тут 6 шестеренок есть, кошмар. Читать. Записки Уэйда. Наконец-то мои труды принесли плоды. Медведь прибегает на звон колокольчика к Мирике. Правда, все огрызается в такие моменты. Я ужасно скучаю по чизбургеру. Да, он был в прошлой части. Впервые вижу зверя с таким паршивым характером. Совсем как акула. Когда я его спалил в костюме фурии, может, я и зря доверил ему ключ. Что? Что, блядь? Что? Ничего не понял. Так, биту мы возьмем, потому что я выкинул палку. Так. Теперь можно битой тебя бить. Хочешь, я тебе битой ударю? Ладно, ты пока мне не давала повод тебя бить, я тебя бить не буду. Так и быть. Так, вот еще, типа. Это уже половина. И остальные я искать не буду. Так, где, куда нам идти теперь? Тайник. Где-то здесь этот тайник, ну-ка. Надо колокольчик позвонить. Говорят, моя, это так работает. Сгодится. Согласен? Да, блядь. От каждого теперь 5 метров мне ужасно больно. 122 метра, не понял. Это кто там? Неважно. 250 метров задания. Подожди, не понял. Тут здесь же оно где-то должно быть. Тайник, я, наверное, должен его сам найти. А, в этом-то и прикол, наверное. Тайник же не будет мне показывать на карте. Его, типа, я должен найти каким-то чё... Вот, в зоне поисков, понял. Так, под склепом каким-то должен быть. Под каким-то из склепов. Мне показалось, что где-то здесь. Вот это что, раскопано? Нет? Нет, это, видимо, мне просто... Я змею слышу. Я... Уйди, блядь. Она ползет куда-то. Ну-ка нахуй отсюда. Так. Может быть здесь? Нет, не похоже на правду. Медь, боеприпасы. Я змейку даже не убил, кстати. Видите, какой хороший. Вот это что за шар, блядь? Нет, наверное, не здесь. В зоне поисков. Пошли искать дальше. Ищем склеп. Блядь, я еще змей слышу. Тупые змеи. Вот, наверное, здесь. Ну, если не здесь, то где? Да-да-да. Ух ты, нихрена себе. Там кто-то, там противник. Нужна карта. У меня нет карты. И что я делать буду? Ладно, все, я умываю руки. Слишком сложно. Надо разбираться, надо читать, надо вникать. А у нас летсплей, мы должны все быстро делать. Это, к сожалению, не для нас. Подожди, это человек? Это еще какое-то задание с тайником. Блять, сколько же здесь секретов, просто с ума сойти, наверное, если всем этим так заниматься упорно и долго. Но это реально не для нас сейчас, так что давайте займемся другими делами. Тайник. Отслеживать в журнале. Хрен с этим. Так, сюжетное задание. Вот что нам точно нужно, так это сюжетное задание. Садись давай. Давай быстрее, Рэй. Может, наверное, ее, кстати, не ждать, в принципе, какая разница? Да-да-да. Блять, я... Сука, я опять тачку утопил. Почему они теперь такие мягенькие? Блять, что за машины? Падают от всего. Может, это, кстати, чувак, который продает? Может, ты торговый путник, нет? Нет, ты задание какое-то хочешь дать. Не хочу я задание. Себе оставь его, парень. Кстати, темнеет потихоньку. Посмотрим, как здесь ночью теперь. Я ухожу в лес. Ладно. Ну, 140 метров, типа, пешком не так уж и далеко. Правда? В принципе, туда. Рано так. Или поздно пригодится. Ага, мы добрались до фермы. Как тебе такое? А дальше куда? Убежище игрока, 4 штуки. На секундочку, опять что-то искать здесь должен? Угу, все понял. Поиски. Это что такое? Что это такое? Я вообще ничего не понимаю. Раньше тихо, здесь люди. Но сейчас я бы все отдала за возможность спокойно поохотиться. Сейчас бы не умереть. Давай, наверное, начнем их расстреливать. Как тебе такая идея? На. Пора удирать. Блять, не убивайте никого. Ой, слушай. Нет, от бедра лучше не стрелять. Так, ребята, нам, меня не до вас, кстати. Нам надо вот этого парня увести. Он нам покажет что-то интересное. Блин, у меня нет машины. Придется пешком идти. Дерьмо. Он убегает, кстати, быстрее. Парень, хорош так быстро бежать. Как там, на пятерку, по-моему, кулаки? Чуть-чуть побыстрее он на кулаках бежит. Давай, давай, быстрее, парень. Сейчас я тебя догоню и пендель дам.
Извращенец. Может быть, да. Чё ты начинаешь? Может быть, реально у меня какие-то проблемы. Так что беги быстрее лучше. Давай, беги. Лиса Брэдбери. Худший день в моей жизни. Согласен. Бегать за голым парнем. Давай, беги давай. Догоню. Я с тобой сделаю что-нибудь нехорошее. Ну, кстати, какой-то зверь страшный. Если это насчет стручкопеди, то прости меня. Какой-то человек. Ты куда бежишь-то, скажи? Ты прям к человеку бежишь. Поговорите с Ричардом. Ты устал? Ну, в общем, да. Я проиграл свою одежду в карты. Ну, ха-ха-ха. Понятно. У меня проблема, сечешь? Я не думал, что все так обернется. Че-то его быстро догнал. Я был разведчиком стручка. И думал, что рейдеры — отличный источник инфы. Они ведь все время путешествуют. Мне так обещали заплатить. И не успел я опомниться, как проиграл все средства стручка. Красава. Единственное, что я еще мог им предложить, это моя одежда и бизнес-план стручка. И продал им бизнес-план. План лежит в моей нычке. В небольшом бункере за тем холмом. Клянусь, я больше не буду играть. Окей. Каким планом? Опять бежит. Ну что ты за парень? Так, череда сюжетное задание. Да, это оно. Войдите в бункер. Помогите! Да все в порядке, что ты какой нервный? Я тебя даже убивать не буду. Так, а вот что там происходит? Вот это что за красная цель? Мне очень интересно. Давайте проверим. Ты кто такой? Это олень. Пускай. Это что, дым? Ни хрена не дым пустили. Берем. Тихо. Спокойно. Что ты такой? Почему они дерутся? Он бежит куда-то. Попал. Так, тихо. Он меня увидел. И что делать он будет? Он убегает просто. Попал. Я не понимаю, кто это такой. Он опять дым пустил. Что это за человек такой? Почему, ну, почему тут человек мертвый? Не понял. Кто? Я не вижу никого. А, это вот эти ребята? Так, ладно. Что-то подсказывает мне, что у меня нет с ними смысла драться. Он с щитом бежит? У него больше нет щита. Готов. Уходим. Нет смысла драться, я считаю. 71 пуля, тем более. Очки навыки получил, отлично. Замечательно, просто шикарно, блядь. Так, спокойно. Тут ночь. И меня кто-то видит. Спокойно. Где, кто меня видит вообще? Наверное, из-за выстрелов. Где? Кого? Я никого не вижу. А, вот этот. Готов. Давайте будем развлекаться тогда. Чё уж прятаться-то? Прям под нами. Хорош! Так, я предполагаю, что нам винтовка... На нахер. Готов. У них лежит парень. Они его сейчас поднимут. Готов. Все, иди. Слушай, а что у тебя за пушка была? По-моему, что-то большое. Где она у тебя? Упала? К нам едет кто-то. Блять, надо быстро оружие перемещать свое на что-нибудь другое. Держись. Сейчас нас, по-моему, рашить будут. Я готов. Оборона. Заезжайте, сукины дети. Ага, это они. Так, это была плохая идея. Я с этого дробовика не попаду. Этот готов? Попал? Иди сюда, блин. Сукина дочь. Думал, так просто меня забрать? Они прислали подмогу. Хе-хе-хе. У нас-то так просто не возьмешь. Так. Переключаем обратно на мой ствол. Так. И, собственно, бункер. Что я вижу для начала? Вот эти парочка... Заберем себе, тут медь еще всякая. Очень хочу я свою пушку, кстати, создать уже. Очень-очень. Ладно, поехали. Тихо. Схватился. Я внутри. Почему здесь все горит? Так, берем пистолет, читаем. Уважаемый мистер Ричард, поздравляем, вы приняты на работу стручкодателю. Стручкопедию, простите. Вы удостоены чести стать нашим разведчиком. В качестве оплаты вы получите один обед в день. В дальнейшем жалование будет увеличено. Соответственно, добытым вами сведениям. Помните, вы помогаете мне вплоть в жизнь мечту моего... Я уже не так читаю. Вы помогаете мне воплотить жизнь мечту моего папули. Ваш вклад в развитие компании бесценен. Вы можете гордиться собой. Помните, стручкопедию всегда можете притянуть руку помощи. Искренне ваш стручок. Окей.
Так. Что это такое? Блин, не лезет ничего. О, нашел. Не требуется навык. Я не умею навыка. У меня нет навыка. Что делать? А, его и не надо, типа, иметь, я понял. Тут открыто. Блин, а можно прокачаться? Где качаться? Где качаться? Где качаться? Навыки. Я хочу прокачать взлом. Где он качается вообще? Журнал? Не, в навыках он везде качаться должен. Так, его здесь нет. Удержите Е, чтобы использовать кошку, надо вначале брать самую. Готово. Все, больше у меня нет навыков. Прием? Боже, это у меня такой голос? Конец связи. Нет, не конец. Хотел сказать, что мне пришлось переехать. Но думаю, теперь я даже ближе, чем раньше. Тебе на юг, вроде как. Ты найдешь меня, я знаю. Ничего не понял? Ну ладно. Поехали. Рэй будет очень долго выбираться, поэтому, пожалуй, без нее. Не понял. Как выключить музыку? Я забыл. На какую-то клавишу можно было раньше выключать музыку. Так, схема управления. Сигнал, бросить банку. О! Тихо, я знаю, что это за мелодия, кстати. Очень популярная, но я ее, пожалуй, выключу. Это за мной противник. Вот сука. Ты точно хочешь этого, блядь, парень? Два ублюдка. Два урода. Тупо. Надо, кстати, выключить музыку в настройках. Это вообще можно сделать, кстати? Ну-ка. Погоди. Настройки, блядь. Чтобы такое не происходило, потому что меня могут долететь. YouTube, он очень-очень-очень не любит такое дело. Так, музыка. До свидания. Не, эту музыку оставь. Блин, придется тогда выключать. Громкость голосового чата, субтитры, чувствительность здесь микрофона. Нет, такого дерьма нет, к сожалению, есть только общая музыка. Порядок. Это плохо. Едем. Едем. Это человек? А это человек. Так, а куда нам? Теперь обратно к стручку, получается. Это тайник. А нам нужно... Сюжетное задание. Череда поражений. Ну, короче, нам вот сюда, очевидно. А, вот так даже можно? О, блин, а что я так раньше не делал? Зачем я их отмечаю? Так, аккуратно. Налево. Даже какая-то свобода чувствуется, знаете, вас не заставляют делать определенные задания. Вот тебе три задания, делай как вы хочешь, в любом порядке. Че? Кто жива? Не понял. А где она, кстати? Она прям за мной сидит, что ли? Я не заметил, куда она села просто. Так, 130 метров. У меня прям руки чешутся повернуться и поехать через лес, но я знаю, чем это обычно заканчивается. Так, спокойно. Сколько же тут всякого говна. Наросло. Здорово. Ты куда это идешь, интересно? О, это ты! Как клёво! Привет. Я бы хлопал от радости, но папа говорил, что так делают только дети и клоуны. Да. Помнишь, я говорил, что в долгу не останусь? Так вот, с этого момента штаб Стручкопедии находится в процветании. Отлично. Вот, то, что нужно было. Разведчики собирают данные, и у меня снова будут карты, и... Ну, увидишь! Согласно бизнес-плану, Стручкопедия станет известна по всему миру! Мой папа говорил, что так бывало раньше. Все будут помогать и слать пожертвования. Будет круто. Ура, донейшн. Я тоже да? такое люблю. Да, уже не терпится. Пока, удачи. Давай. Что я вам хочу сказать, дорогие подписчики. Стручкопедия теперь, мистер Стручок, точнее, теперь в нашем лагере. И получается, что мы выполнили первую миссию. Первый человек, плюс один специалист и плюс еще один нужен. И этим мы уже с вами, к сожалению, займемся не сейчас, а в следующий раз. С вами был Кромвел. Давайте уже потихонечку прощаться. Вот, увидимся с вами в следующей серии. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Ну-ка, посмотрим, он сейчас переедет ее, интересно. Нет, он будет стоять и ждать. Да. АИ в этой игре, конечно, бесподобный.